Всем привет! В этом видео покажу, как приготовить белково-заварной крем ручным миксером очень легким и простым способом. У вас получится воздушный очень плотный крем, из которого вы сможете делать очень красивые цветы. Подготавливаем емкость, моем ее начисто и вытираем. Главное, чтобы она была сухая и обезжиренная. Отправляем туда белки. Все пропорции я укажу внизу в описании под видео. В сотейник отправляем сахар с водой и ставим на средний огонь. Параллельно этому начинаем взбивать белки в пышную устойчивую пену. Белки взбиваем на максимальной скорости. Когда сироп начнет активно кипеть, уменьшаем огонь до среднего. В процессе всей варки сироп не перемешиваем. Белки взбиваем непрерывно. Для того, чтобы получился хороший идеальный крем, без термометра здесь, к сожалению, не обойтись. Поэтому я, и так как руки у меня заняты и крем я взбиваю ручным миксером, обязательно нужно какое-то приспособление, чтобы термометр стоял сам по себе. Сироп варим до 126 градусов. Сироп готов, белки взбиты в хорошую устойчивую пену. Теперь вливаем сироп тонкой струйкой. Так как ручной миксер, конечно, не особо удобно, поэтому стараемся сотейником прижимать емкость, в которой будете взбивать, и потихоньку вливать. После того, как влила сироп, добавляю лимонную кислоту и продолжаю еще взбивать. Взбиваем до очень плотного состояния, пока в чаше не начнут проявляться просветы. Если по времени, то это минуты где-то 3. Для того, чтобы крем легче было взбивать, посуду лучше всего брать не очень глубокую. Вот такой хороший, плотный, устойчивый крем можно получить. Главное соблюдать всю технологию приготовления. Если остались вопросы, пишите в комментариях, обязательно вам отвечу. А теперь немного моих работ для вдохновения. Преимущество данного крема – то, что вафельную картинку не нужно изолировать ничем. Также этот крем не тает в жару, не содержит жира и не забирает вес торта на себя. Поэтому, если вводить этот крем, можно спокойно объяснять заказчику, что они по отношению к тому же крему чиз получают 300-400 грамм основного торта. Желаю вам, чтобы у вас все получалось, творческого вдохновения. Ну а также выбирайте тот способ, который наиболее нравится вам. Всем спасибо за просмотр. Досматривайте до конца тортики, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока.